Алло. Да, здравствуйте. Хорошее настроение. Мы идем в демонстрации. Вот видите, все кричат. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Настроение просто отличное. Вот, все говорят лозунги. Идем спокойно, уверенно, по центральной аллее Компроса. Алло, слышите меня? Путин выше Магадан! Путин выше Магадан! Путин выше Магадан! Алло. Мне даже трудно сказать, но точно не меньше 100 человек. Может быть 200, ну, около 200. Никак не меньше. Дорогие друзья! Мы обычные, Россия без Путина. Вот пока мы едины, мы победимы. И здесь сказали еще такую речевку стихотворную, что величайшие обещалки, знаменитый Путин пуй, ФСБшников начальник и портянок оболтой. Вот эта речевка. Нас больше. Что? Товарищ Жуликов и Воронов! Я вас плохо слышал! Товарищ Жуликов и Воронов! Что? Хорошо, хорошо, ладно. Митинг будет у пенского медведя. Там остановимся. Алло? Здравствуйте! Сейчас мы находимся на марше миллионов в Перми. Колонна идет по Комсомольскому проспекту около сада Горького. Нормально. Сейчас мы начнем на маршрутку. Школа уже по-хорошему. Вот идем по Комсомольскому проспекту. Алло? Люди, людей собралось человек 500. Все дружно выступают. За Россию без Путина. Куда? Иди. А? Пока мы едины, мы непобедимы. Не понял? После шествия парада, а что я буду делать? Буду нормально заниматься своим делами. Особенно таких планов нет. Отдыхать буду. Спасибо. Вам тоже. Мы собрались на шествие на площади, на Комсомольской площади, еще с полдесятого народ начал собираться. Сейчас мы идем по аллее Комсомольского проспекта в сторону центрального универмага. Собралось больше 300 человек, и к нам постоянно присоединяются новые люди. Пока мы не слышим. Пока мы
едины. Мы не победимы. Пока мы едины, мы не победимы. Пока мы едины, мы не победимы. Пока мы едины, мы не победимы. Когда согласовывали это шествие, отказывали в регистрации, в разрешении в связи с тем, что якобы велопробег будет проходить. Но велопробег проходит по проезжей части. А мы идем по аллее. Алло. Да. Да, я иду в колонии. Да я в середине, просто в данный момент колонна, видимо, немножко отдыхает. Да о чем? О том, что... А у вас, наверное, там вещание куда-нибудь? Это все будет выглядеть как подстригательство к чему-нибудь. Вот, ну, короче... Ну, в общем, народ возмущается текущим положением дел и говорит, что это положение дел надо решительно менять. Вот, я вот так скажу. Вот. Ну, 500, я думаю, нет. 300, наверное, есть. Да, пожалуй, 300 есть. Я считаю, что этого недостаточно. Вот, насчет много или мало, но для данного времени суток и для такой рекламы событий, которая была, наверное, это нормально, ну или, по крайней мере, ожидаемо и естественно. Так, я сейчас в стороночку отойду, то я вас стал хуже слышать. Что вы говорите? Некоторые в курсе, некоторые нет. Я не опрашивал, честно говоря. Я в курсе, да. Вчера смотрел в Твиттер, слушал «Эхо Москвы», был в шоке. Да, я так-то немножко с насморком думал, может быть, не пойду, а после этого точно стал уверен, что пойду. И не пошел. Я считаю, что если в России 3% таких людей, то это прекрасно, 3% могут изменить страну сильно. Вот. Пока что я никаких 3% здесь не наблюдаю. Вот если в Перми живет миллион, а пришло 300 человек, то это совсем не 3%, а это 0,3%, да? Правильно я сосчитал? Вот. Да, на самых больших митингах было по 3. Это было для Перми, ну, более-менее ничего так. Вот. И тогда казалось, что ух. А сейчас вот здесь идет 300 человек, видимо, это те, которым на самом деле нужны перемены, которые готовы в выходной день этим заниматься, вот, а не просто потому, что это модно или еще что-то.
Вот. Насчет 3% в стране, хочется верить, что так оно есть. Но в Перми я этого пока не вижу, к сожалению. Ну, я немножко в бамбузер записал обращение Макса Жилина. Доберусь до компьютера, увижу, что там видно. Вот. А так народ фотографирует достаточно много, фотографов тут человек, наверное, 15. Вот. В том числе и снимает в режиме видео. Где я не был? Куда мне его взять с собой? Куда? Ага. Понятно. Ну, в общем, я поговорю с тутошними фотографами на тему того, чего они думают по поводу своих съемок. До свидания, до новых встреч, приходите к нам на митинг. Алло, приветствую. Алло. Что-то очень плохо слышно, у меня с рабой. Значит, сейчас колонна вышла на Сербскую площадь. Полиция пытается нам лучше не обходить около политеха, как изначально договаривались, а пройти прямо. Тем более стоянка пустая, машин тут нету. Сейчас скандируют жулики и воры 5 минут на сборы. Выйди на улицу, верни себе страну. Вот. Колонна идет и постепенно увеличивается в масштабе. Если на старте было порядка там где-то 150 человек, то сейчас в колонне минимум 300. Ну? Алло. Ну, у меня пока все. Thank you.
Алло. Слушаю. Алло. 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 Да, что, я тоже слушаю. Идем идем по Октябрьской площади посередине. Вот. Кричим лозунги. Полиция с народом, не служи уродом. Пресса с народом, не служи уродом. Ты кто такой? Давай, до свидания. Путин, ты кто такой? Давай, до свидания. Вот такие крики у нас. Алло, слышно нас? Выйди на улицу, верни себе страну. Вот. Вот так кричим, идем, это самое. Настроение у всех хорошее, человек 500 народу. Да. Ну, присоединяйся, было меньше гораздо. Кого он увеличивается? Что по маршруту присоединяется, кого он убросает? Путин, Лысый, Магадан! То есть народ нормально, настроение хорошее у всех. Хорошо. Угу. Кто там кричит у нас?